Всем привет! Завели 80-ку, она у нас с захватами, ездит в поле, вывозит за рулоны. Снега до хрена, еле пробивается к рулонам, но вывозит потихоньку. Так, палец я так и не решил эту проблему, его вон видно, здесь раскрыло. Значит, ну не сейчас, наверное, в следующем видео буду его снимать. То есть обратно все подобью, то есть выпрямлю. И буду переделывать палец. То есть возьму этот палец, отдам токарю, он вытащит его. Нарежу резьбу, как мне советовали в видео. И поставлю. Ну, сейчас не эта проблема. Сейчас я покажу, как он заводится. Ну, сейчас минус 4 где-то он. Это колесо проблема, диск. Это понятно, что 80-шная. Но сейчас финансы не позволяют. Надо купить сетку на пару штук на пресс. Потому что что будет сезон, не знаю. Сейчас я сниму это колесо, перебортирую, вставлю другую камеру. Камеру не нарезать ниппель. Сломана была по колхозному. Сейчас хочу эту камеру переставить, сделать. Купил камеру, камера 2500. Сейчас заведу. Ну, вот он заводится нормально. На 24 я уже всем говорил, что я его не стал заморачиваться. Переделал все на 24. И сейчас покажу, как он заводит. Минус 4 на улице. 3-4 где-то так градусы. Два дня стоял. Сейчас я его разверну, поставлю, как удобно мне, чтобы монтировать колесо. Такая вот у нас покрышка, но я думаю, что она еще походит. Так что сейчас я камеру поменяю, диск все оставлю. Нет у меня диска широкого. Вернее, есть. Но он старенький, не хочу я его Такой же, блядь, все там переделывать надо, нахуй. Ладно, сейчас... Сейчас буду его демонтировать. Так, ну... Все мы сделали, не знаю, куда он убрал. Была... Купил сейчас монтажку. Понравилось. С этого... С газели. Коротенькая монтажка и ключ. Баллонник. Я как всегда сунулся. Ни хрена. Ключи переломали в баране. Хрен загнули. И не было бы. На всякий случай. Взял, купил его. Так вот, в чем проблема-то? Твез колесо, во-первых, дырка. Она треснула уже. Все. Так что не о диске уже надо задуматься. А задуматься о покрышке. Так что скоро, думаю, покрышечка. Потому что была сильная дырка. Они ее заклеили. Вон какие. Ну это может и сейчас да, добавили, проживало на спущенном фигущенном. Так что надо готовиться. И мои сеточки, скорее всего, от этого отпадают. Не знаю, сейчас попробую отвал снять, все это дело выпрямить, он как загнувший, выпрямить и палец переточить. Так что сейчас буду скидывать отвал. Ну будет что интересное, покажу. Не будет, значит, не покажу. Ладно. Так, ну все, снова разломал. Вот так это все выглядит. Не знаю, отсвечивает, нет. Здесь вот так нашел этот такой вал, это электроопор, в Чермете брал. Сейчас я его не маленько не вылазит, его надо поправить на станке. Резьба входит там, а сам он не входит.
обрежу его. Шляпу надо только сделать, чтобы была поворотной. Можно было закрутить. И все, наверное. Поставлю все на место. Сейчас ставлю еще про газель. Он кузов проломились и ножом. Стойку эту сломали он. И эту. Сейчас подсуну под нее, чтобы хлеб привезти. Так что кто в Калининском районе меня смотрит, могу хлеб привезти. На корм скотине. Вот такую просрочку возят. И я ее по 12 рублей продаю. Так что кому надо, пишите в комментариях, оставлю этот контакт. Можно у меня в Некрасове забрать, можно и привезти. Если там 10 мешков, то могу привезти. Ладно, все. Так, к нам идет циклон. Ольга. Ну что-то слабенько, может, ночью даст жару. Иду посмотреть, вернее вам показать. Колесо нормально. Ну вот я все-таки оторвал это ухо вареное. Пришлось все туда переставлять на ту сторону. Знаете, хотел растяжкой подвесить, чтобы под мост не попало. Сейчас вроде растяжки здесь были. Посмотрим. Стяжки эти. Да, вот. Есть, блядь, мелкие. Сейчас повешу. Так. Вчера заглох. Вернее, заглушили трактор. А у него печка постоянно работала. И посадил. Аккумуляторы не завели. Так поставил, а то пальца нет. Стоит там болт этот, еле выбил вчера, обтачивал. В общем, этот цилиндр на сезон, блядь, не хватает. Ухо отрывает. Раздалбливает то и яблоко, и ухо, и все, все подряд. Чего? Хер поймешь чего. Ладно, сейчас сделаю, поедем. Будет что интересно. Покажу, дергать поеду. Вот так возим. Я аж закипел. Ну как? Чё как? Так я тебе еще хуже сделал. Вон он с рулоном идет как по маслу, а без рулона подъехать не может. Говорит, как только взял рулон, все и нормально. Бим, сиди, там, блядь, сугробы по самые яйца. Плюсовая температура, одет этот. И из-за этого, ну, в хороших местах греб нормально. Так что разворачиваемся и... Вон пес какой-то в поле окопался. Сейчас обратно легче пойдет. Поехали? Да? Бим. Всех приветствую на канале. Кто подписывается, отписывайтесь. Кто не подписан, подписывайтесь. Как-то так. Этот трактор, короче, он у нас с захватами. Блять, захваты надо выпрямлять. Все каждый раз меньше и меньше сводится. Ну, не знаю, получится, не получится. В общем, хреначил в поле полдня. Зарядка все идет, тыры-пыры.
остановился, Виталик позвонил мне. Пык-пык. А он вообще ноль. Вообще стартер не крутит. В общем, что мы сделали? Ну, стартер магнитон 2,7. Не подводил. В общем, проверил я массу раз. Проверил массу. Вот здесь у меня идет под баком 2. Клемма херовая была. Поменял. Массу поменял. Ну и оказывается, что, по-моему, один аккумулятор у меня умер. Не знаю, Виталик не поставил дальше. Вот такие у меня стоят. Он стоит уже года 4, наверное. И как бы все работало, хоть и китайская херня. Я их брал по 4500 или 4800, что-то такое было. В общем, поехал в город. И вот такое вот чудо. Вот такое вот чудо. Все, удовольствие. 8000. Давай, это шнель. Шнеля. Ферштейн. Так, лирика. Сейчас мы попробуем поставить. Сейчас я спрошу, что там с клеммами. Поставим и попробуем. Покажу.